меня, кстати, постоянно, я вот почему с Данилой не пошел последний раз играть, потому что знаешь что? Мне попадается вопрос, сколько оперативников в Радуге спустились с Марса, сколько с Юпитера, сколько с Венеры, а Данила, сколько будет 5 плюс 5? И вопрос примерно там. Вы готовы? Да. Вы уверены? Да. Всем привет, дамы и господа, это пятый выпуск «Мерзких конфеток», более известный как «Отравись или умри». Или съешь. Да. Говна поешь, в общем. Отлично. Итак, сегодня наш коллектив представляет Джойстик и Always. Вот их твиттеры здесь подписаны специально. Что у нас за конфетки сегодня представлены? Классическая схема. Эль классику. На дефолтные. Черный пиратский ром кола, желтый лакриц или ананас, зеленый черный перец яблоко, синие груши или дождевой червяк, светло-синий кошачий корм либо мята, красный детский памперс или арбуз, фиолетовые тухлые яйца или вишня и оранжевые ушная сыра или апельсин. Звучит, конечно, очень вкусно. Первый вопрос для... Это мы сейчас и выясним. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Изи. Это психология ебанутая была. Какая? Не знаю. В три раза ножницы, а потом я решил камень, а так бумагу. Я только в этом выигрываю еще. И сразу вопрос про доте для джойстика. Угу. Какое животное добавили в доту последним? Ой, боже. Я не играл в доту. Но это он на ней играет. Что там, лиса, бобр? Лиса, наверное. Нет, лиса? Неправильно. Always. Белка. Правильно, это белка. И Always получает свое первое очко, хотя вопрос был для джойстика. Не, это очень легкий вопрос. Так я не знаю, я не играл в доту уже сколько. Ладно, мужик, ладно. Ладно, мужик. Ладно. Ладно. А Овесу вопрос на знание ЛГБТ-лора. Как зовут первого открытого гея в Rainbow Six Siege? Форс. Правильно, откуда ты это знаешь? Вот это! Мужик, хорош! Красавец! Я говорил. Откуда я это знаю? Да. Но он же сразу видно участник ЛГБТ-сообщества. А почему я конфеты не съел, кстати? Яблоко или черный перец? На яблоко похоже? Нет. А на черный перец? И тоже нет. Ага, понял, тогда идем дальше. Продолжаем вопросы с новым героем. Джойстик, сможешь вспомнить, что изображено на иконке оперативника? Какого? Замочная скважина, по-моему. О, совершенно верно. Оуэс, пожалуйста, кушает конфетку, а Джойстик получает очко. Это у Форса? Да. А что? Без разницы, да, какую? Да. У меня черный перец все-таки. Яблоко. Вкусно? Еще купить? Скоро все зубы нахуй выпадут с этими конфетами. Так ты не грызи. Я не грызу. Но ты соси. По 6 конфет под конец выпуска остается во рту. Давай вопрос про доту тебе, значит. Опять? Про доту? Оо, давай. Эту героиню хорошо знают и любят за ее ультимативную способность, которую по-простому называют Новый год. Кристал Мейден. Ясно. Знаешь, да? Не, это очень сложный вопрос. Очень сложный. Нереально. Ай-яй-яй. И какому герою посвящено аниме по доте, которое должно выйти в конце марта? Джойстик. А, да? Ты не знаешь? Конечно. Конечно же, я знаю. Так не говори, что не знаешь. Я не знаю. Все знают. Нет. Я не знаю, значит, я не все. Давай будем предполагать. 100 героев удачи. Не, больше там 130. Может, 140. Отлично. Там прям, ну, один главный герой. Да. Он на всех постерах нарисован. Давай, нужна подсказка. Что, ДК? Драгонайт? Да. Очень легко. Очень легко. Я ем или что? Смотри, вопрос, да? Ну, вопрос разделяется. У нее есть обилка, называется Новый год. Ты сразу такой, ну, блядь, кристалка. А тут? Какому персонажу посвящено аниме из Dota 2? Еще раз сиди, гадай. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, аниме на первом месте. Я так считаю. Аниме? Ну зачем они выбрали ДК как головного героя, это, конечно, не знаю. Next. Да мы засчитаем Джойстику очко, несмотря на подсказку. Какую подсказку? Ничего не было. Ничего не было, просто засчитываем Джойстику очко, а Овес съедает конфету, правильно? Я съел, да. Он уже съел, ага, тогда идем дальше. В каком году Team Empire последний раз была на Интернешнале? Это мне, да, вопрос? Хи-хи-хи-хи. Последний раз? Хи-хи-хи-хи. Так, сейчас какой был? 21-й? Да. И интернешнл не было. Там OG. 19-й, 18-й. 16-й или 17-й? Или 15-й? Нет.
Так, 17, 16, 15. 2017 год. 2017 ответ. И это правильный ответ, совершенно верно. Больше мы туда не ездили. А какой состав был? Там был состав, объясняю. Значит, тренер Жотом, потом состав Чапи, Резолюшн вместо Чапи, Мипошка, ФН, Гостик и Роджер. Джойстик. Угу. Что в названии Rainbow Six означает Six? У меня аж конфета изо рта выпала. 6. Подсказка. Это имя кого-то. А ты не можешь мне не зачитать вот ответ, потому что, ну, Six — это 6. Бля, а может, если будет вопрос, где ты будешь отвечать, планета Земля, это будет, ну, засчитывать? Да. А, все тогда. А давайте, а мы засчитаем джойстику этот балл. Не, подожди. Ага. Что это значит, имя кого-то? Это чье-то кодовое имя. Ты узнаешь? Ну смотри, что такое... Предположение. Ну давайте так, антитеррористическое подразделение называется Rainbow само по себе. Ага, да? И что такое Six? Точнее, кого это кодовое имя? Ну, чел, который это собрал. Очко уходит Олвейсу. Не, это, конечно, ну... Это последний выпуск конфет. Факт. А ответ звучит как... это кодовое имя командира Радуги. Но, в принципе, ответ можно засчитать. Ой, фу! А что это такое? Это конфеты здесь... Это что за цвет? Дальтоники создавали это? Где это? Это оранжевый? Это красный? Красный? Красный, но его здесь нет. Ну, розовый, значит. Тухлые яйца. Спасибо, папаш. Так, вопрос для Олвейса. Сможешь ли ты вспомнить других героев Доты, которые также появятся в аниме про Драгонайта? Удачи, мужик. И еще, да, есть... давай вот за каждого героя по плюс одному очку, чтобы я вообще нахуй сгорел. Там есть несколько героев. Сколько? Ну, 4 у меня в ответе. Несколько героев, которые в трейлерах там появлялись. Там что-то все бегут. Ну, это же аниме. Они еще когда бегут, да, вот так руки назад. Я тебя понял, чел. Они все бегут, бежали там куда-то. Ну, с кем-то дрался этот ДК. Он еще в дракона превратился вроде. С кем? Я даже трейлер не смотрел, поэтому даже пускай не смогу. Пусть будет Сэмка. Была там Сэмка? Нет. Нет? И неправильный ответ. Давай, там, если я хотя бы одного там назову, балми. Шейкер. Нет. Always. Я следующий отвечаю? Нет, это же вопрос. Кто был? Мы пытаемся найти, так сказать, зацепку. Пусть будет Monkey King. Нет, кто первый угадает, тому балл отдаем. Хотя бы одного челика. Джойстик. Кто самый популярный герой, чтобы нормально было? Инвокер. И плюс балл джойстику уходит. Инвокер. Лежи, сосать. Да, он там в нескольких кадрах появляется. Мужик, как же ты отсосал, конечно, хорош. Да, не отсосал. Звучит как концовка гей-порно. Идем дальше. Не важно, что счет не в мою пользу, но... Но ты сейчас получил балл, а значит, вы сближаетесь. Конечно. Как и в гей-порно. Неважно. А, да? А ты тоже сценарист? Джойстик, а ты знаешь, что такое, ну, ивент был Outbreak? Ну, известно тебе? Сможешь вспомнить, как зовут сбитого летчика из ивента Outbreak? А, да? Ты на нем играешь? Касл. Нет. Я на кассу не играю, но, по-моему, мне казалось, что... А, стоп, назад, обнулили, все, обрезали, чик-чик-кат-кат, ягер. Ага, окей, давай так, ты съешь конфету за первый неправильный ответ, ладно, и мы засчитываем джойстику ответ. Да он не играет. Ну, я играл раньше. Раньше точно играл. Раньше играл. Но это не влияет на ответ. Ну, то есть мы хотим, чтобы я проебал или что? Да, именно этого мы и хотим. Ну, отчасти. На самом деле нет, просто я хочу, чтобы счет примерно равномерно шел до конца игры. Потому что вот эта конфетка, я ее съел, это никогда в жизни не ешь. 5-4 выигрываешь всего лишь. Для Олвейса операция Crimson Heist принесла с собой новое оружие, ручную пушку. Как она называется? Охуенный ручную вопрос. Пушку. Шумиха, что ли? Нет, подумай. Подумать? Новый сезон. Crimson. Новую пушку. Сейчас, что ли, которая вышла? Да. Она доступна целому ряду оперативников. Целому ряду оперативников. Секс там что-то. Да. Ган? Да. Ты смотри, так, только той же схеме. Съедаешь конфетку за первый неправильный ответ, и балл засчитываем тебе. Ладно, мужик. Джойстик, ты знаешь, что такое Rainbow Six Паразит? Вот так. Знаешь? Да. Ага, смотри, там заявлено официально 3 оперативника. Все они есть в CG. Кто? Отлично. Очень хорошо. Можно булькать потише? Это которая
карантин, которая отдельная игра будет. У меня написано Rainbow Six Parasite. Да, я же только про нее смотрел всего, наверное, да. Я думаю, там точно есть Саша. Пизда. Ну все, угадывай. Я? Да и надо назвать. Давайте так. Вы по той же схеме будете по очереди называть, и кто первый угадает хотя бы одного. Не, давай надо всех трех назвать. Но как вы назовете всех трех, вы же не знаете. Да. Так думаем. Размышляем логически, правильно? Mm-hmm. Там будут, ну, зомби. Mm-hmm. Кто поможет против зомби, правильно? Mm-hmm, давай думаем. Я знаю, пусть кого я следующего назову. Нет? Нет, вообще не поможет. Как это поможет против зомби? Не знаю, там пулемет какой-нибудь скрафтит и финка. Бам-бам-бам. Да что ж такое? Серьезно, нет финки? Ну, может и будет, но официально три заявлено сейчас. Ну, этот. Ну, вот так вот. Наркоман какой-то? Док. Нет. Нет? Что? Что? Это вообще деф или атака всей оперы? Или там ми... Ладно. Ладно, мужик, ладно. На что, кого спросить? Нет. Олось. Надо вспомнить Outbreak. Кто там был вообще? Там был. Финка. Финка, Касл. А нет, стоп. Там все атакеры были? Да. Финка, Глаз там был. Глаз. Еще пулемет. Аша была. Зофия, по-моему. С пулеметом. Нет. Я не помню, это же было лет 200 назад. Инга вроде была. Да, Инга была точно. Ну, кто-то хочет балл получить? Сейчас я думаю. Подожди, надо... Вы можете просто рандомно по очереди называть и угадать. Ну, это вряд ли новые, да? На оперативнике. Ну да, новых там не должно быть. Ягер, Бандит, Касл. Кто там еще-то есть? Там точно нет всяких вот этих Зера, Флореса. Пусть будет Касл. Нет. Нет? Глаз. Нет. Твич. Нет. Йинг. Нет. Тачанка. Уже было, нету. Не можно назвать? Да, да, название. Они вообще существуют. Капитал. Нет. Я в шоке. Зофия. Нет. Элла есть, Зофии нет. Они, может, и будут. Я объясняю. Заявлено только официально три. Кого мы еще не назвали-то? МВДФ вообще не назвали. Пусть будет. Ну, подожди, логически вот если подумать. Если первый опер Элла, так. Значит, может, они все из Дефа? Угу. Угу. Как ты считаешь? Фрост. Нет. Ягер. Нет. Давай быстрее просто всех спавить. Гоя. Пульс. Нет. Бандит был? Нет его. КВР. Нет. Что там еще-то есть в Дефе? Я знаю, что... Я уже забыл. Пульс был, Касл был. Бандит Ягер был. Рук. Чё? Рук. Да нет такого героя, да? Есть герой такой. Ну нет его в правильных ответах. Я в тильте. Хибана? Нет. Бак? Нет. Эхо? Нет. Маэстро? Нет. Алиби? Нет. Каид? Нет. Слэш? Нет. Тэтчер? Нет. Муд? Нет. Смог есть по-любому. Смог. Нет. Да что? Новый, походу. Зера? Орикс. Что там еще-то есть? А кто же такие вопросы-то создает? Вамай? Аруни? Нет. Нок? Нет. Амару? Нет. Кал? Нет. Дыра ответ. Я больше не знаю героев. Герои вообще еще оставить какие-то? Я думаю. Смотри, САС мы назвали. Тэтчер. IQ? IQ? Называл, да? Нет. Ты не называл? Нет. Блица тоже не называл. Вдруг там он есть? Нет. Может, монтажник там есть? Могу подсказку. Монтажник? Может, подсказку? Не-не-не. Нет, ну без подсказок. Монтажник. Монтажник есть? Нет. Так, смотри. Черный назвали. Смотри, Гиган мы назвали. САС назвали. Twitch. FBI назвали. Всех назвали FBI. Тоже. Сколько их там? Два? FBI. В смысле, Касл Пульс? Касл Пульс, Аша. Кто еще? Не, подожди, с Ашой же еще кто-то в атаке, нет? Термит. Да. Термит? Да. Да. Так. Оранжевых назвали, черных назвали. Дальше. Сасан, Гигн. Желтых назвали. Да. IQ, Блиц. Давай дальше. Фростбак называли. Называли. Капитал КВР называли. Хибана Эхо называли. Мира Шакал называли. Называли. Ну ты что ли, больше нет героев в игре? У меня два написано. Дальше. Я точно знаю, что они есть. Мира. Элла, Зофия назвали. Так, я говорю, Виджил. Да. Оу. Джойстик, а твой вариант еще? Смотри, Виджил, Дакаеви. Дакаеви. Нет. Так, дальше. Виджил, Дакаеви. Че?
Нет, мы всех назвали. Клэш. Блэкбирд, может? Давайте я... Байка. Я дам джойстику... Байка, Блэкбирд. Нет, я дам джойстику возможность тоже получить балл, потому что это было очень долго и жестко. Always получает балл гарантированно. Сейчас джойстик, если назовешь с первого раза, то получаешь балл. В Доте есть герой с таким же именем. Да? Именем? Ну, никнеймом таким? Ну да, да. Что там осталось? Вама и Нок. Мы всех назвали. Виджер такая, Эйби, что дальше выходил? Зофия. Элла, Мира, Зофия, Мира, Шакал. Элла, Мира, Шакал до этого были. Зофия, Инг, Виджил. А с Ингой второго нет никакого? Дакаеби. Нет. Дакаеби. С Финкой тоже никого не уходил. Финка. Да? Кто вышел с Финкой? Никто? Леон. Ой. Леон. Ну, я Олвису не буду засчитывать второе очко. Потому что это уже вне конкурса было, так скажем. Но... Блин, что за вопросы? И блин, в итоге Элла, Вирджил и Леон. Как они втроем законтачились вообще? Ну, по итогу мы Олвису одно очко просто засчитываем тогда. Да, может, ему два засчитать. Каждый съест по конфетке для бодрости духа тогда, я считаю. Правильно? Нет, когда играешь просто в игру, ну, стреляешь, да, и тут про лор вопросы все. Так, сейчас Олвус у нас ведет 4-7, поэтому джойстик... Тебе даем вопрос на 2 балла. А как, блядь, если нам дали по 1 баллу, и был счет 5-4, и ты стал вести 4-7? Был счет 6-4. И это тебе не давали балл за этот. Сейчас там 3 балла. Потому что ты не ответил ничего. Джойстик. В каком году состоялся релиз операции Void Edge, и какие оперативники были частью этой операции? За полный вопрос, за полный ответ получаешь 2 балла, а за неполный – 1. Void Edge – это Visual Decade? Нет, какой год? Нет, недавно. Always. Не надо. Void Edge – это недавно? Ну, да кто вообще это? Да. Ой, вспомнил. 2019 год. Я вспомнил. Неправильно. Охуенно. Оперативники Oryx Yana? Промотать, да. А год? Сейчас какой? 21. Ну, в 2020. И Олвус получает еще 2 балла в копилочку. Теперь вы понимаете, почему я нахуй не хочу это играть? И вопрос для Олвуса. Как выглядит самый ценный чарм в актуальном боевом пропуске R6? Удачи. Самый ценный чарм. А как определить ценность чарма, вы мне скажете? А, все. На 98 уровне получается. Я, блядь, игру купил в 2017 году вроде бы. Так. Да? Я вообще нахуй ни один чарм не носил, нахуй они нужны, блядь. Ага. У меня 2 чарма, которые висели, это нахуй кубок. Давай так, вот если ты вот не знаешь, если чарм, ты не... 50 баксов стоит, сейчас 150, нахуй. Если ты не знаешь, ты просто ешь конфетку и мы джойстик. Нет, смотри, на БП связан с инвитейшном, правильно? Нет, уже не связан. Вроде бы. А с каким он имел в виду БП? С актуальным. С нынешним, вот сейчасшним. Новый. Пусть будет сигара какая-то. Нет, это минус балл. Шучу. Ешь конфетку, а джойстику переходит вопрос. Пусть будет молоток с лоджатом на черный хуй. Нет, это тоже неправильно. Может, ну, вариант есть? Нет. А ну все, тогда идем дальше. А что, правильный ответ сказать? Ответ – пачка долларов с зажимом для купюр. Вопрос для джойстика. Какую карту убрали из ротации в соревновательных играх с наступлением нового сезона? Ну, убрали Team Park. Слава богу. И добавили Шале. И добавили джойстику очко, а Олвис ест конфетку. Вот это вопрос, я понимаю. Mm-hmm. Настоящий. Это хороший был. Побольше бы таких. Так, вопрос для Олвиса на кичуанском языке. Ее имя переводится как «змея». Сможешь ли ты догадаться, о ком речь? В каком языке? На кичуанском. Это какая страна вообще? Откуда? Кичуания. Да? А я не понял. Смотри. Не, можно по этим. По странам. Но это точно не дефолтная пера, потому что там всякие Америка, Россия. Кавейра Бразилия. Именно змея. То есть змея – это девушка, правильно? Есть Яна, есть Нок, есть Аруни. Мне кажется, Нок у нее как раз таки болотные залупы постоянно. Но она скандинавская, и вряд ли там есть страна с именем... Кичуайя? Да. Хотя Нок, она реально на змею похожа. Чисто по болотам там. А там доджит все. Типа ловушки, трап. Нихуя она не доджит. Только камера. Так.
Ну, обещали, что будет дождь. Ну, подождем полгодика. А Руни? А Руни на змею не похожи. Руни, Яна и Нок. Правильно? Ну, пусть будет Нок. Нет, это женщина. А да Нок ладно. Не женщина. Да ладно. Звучит как мужчина. Стоп. У меня попытка тебе есть. Подожди, ее имя. Переводится. С кичуанского. Кичуанзийского. А вдруг это бразильский опер, но у нее кичуанский ник? Ну, это какая-то южноамериканская тема. Кавейра это типа прям... Слово есть в Бразилии такое. Думаешь? Да, я помню. Ну, я сделаю КВР. Нет. Итак, каждый съедает по конфетке. Аруни? Правильный ответ. Амару. Амару, забыл. А Амару у инков означает мистический змей. Они хотя бы, я не знаю, подсказки бы на модельке его передавали. Какие-то. Откуда это вообще информация? А ты сидишь такой в лобби, да? Листаешь оперов? Там написано заходишь к ней на альт, и она там... Три строчки написано. 180 сантиметров? Я обдолбался с наркоманами в детстве и стал электриком. И начал точить стены. Как тебе, блядь? А у ног задан везде вопросики. Много информации. Спасибо. Вопрос для джойстика. Когда-то это была очень мемная команда, но сейчас перестала существовать. Связанные с ней скины убрали... Нора Ренджер. Это досрочный ответ? Да. Я требую точный ответ тогда, раз он досрочный. А это что, не точно? Это точный ответ мы получаем. Тогда дочитай вопрос. А что значит точный ответ, что ты еще хочешь? Я просто хотел доебаться, на самом деле. Ладно, мужик, ладно. Я хотел дочитать, что связанные с ней скины убрали из продажи, поэтому те, кто успел их купить в свое время, очень их ценят. Это как получается... Клабхаус. Получается, что это видеокарты, а не... вещи, не скины, правильно? Факт. Балл для джойстика и последний вопрос для Олвеса. Самый-самый последний вопрос. И самый-самый сложный сейчас будет. Да. Кто самая высокая оперативница в игре? Часто лазишь вот, ну, в этих информативных панельках оперов? Угу. Не, я знаю, что вот слэш очень высокий, но он, к сожалению, не оперативница. Немножко. А тетчер не высокий? Не знаю. Но они Биба и Боба. Или он самый старый был. Но не Биба и Боба. Оперативница самая высокая. Яна Карлик. А вот вопрос. А Руни, может? Не, ну чисто в теории. Она змея. Чисто в теории, да? Как мы должны на это отвечать, если мы в игру играем, а там рост даже не влияет на то, как стоит перс? Вы... книжки читаете. Да, вы должны быть погружены в лор, понимаете? Жака Фреско там... Загадка от Жака Фреско. Самая высокая оперативница. Я требую, чтобы в следующем конфетном батле были вопросы про другую игру. А в другой игре ты разбираешься в какой-нибудь вот прям в лоре? В лоре? Это и вопрос про лор. Так, у нас нет ответа. Сейчас, секунду. Яна Карлик, Инка Мару. Амару? Да. Отлично. Балл Олвесу. И он реально угадал? Да. И посмотрите, как он шикарно сидит в кадре. Он угадал. Блядь. Сколько у нас очков у героев наших? 6-10 получается, ребят. Как так-то? Можешь еще один балл заработать, кстати. Давай. Какой рост у Амару? 1,77 м. Чего? Самый высокий? Да. Я думаю, что больше. 1,83 м. Меньше? Больше. Больше? Я сделаю 196 сантиметров. Нет, это очень много. 1,87 м. Нет. 1,86 м. Нет. 1,90 м. Нет. Так что, выше? Близко гуляете. Туда-сюда. То выше, то ниже называете. Ну, 85 м. Нет. 88 м. Нет. 89? Правильно. И балл джойстику поощрительный. Спасать! Как кто ответил на последний вопрос, то ты выиграл, правильно? Неправильно, джойстик. Но в любом случае... Значит, наш победитель сегодня Always получается, да? И он получает... Не-не-не, за это. Что-то хорошее в этой жизни за последнюю неделю. Опять Максон, ты совершаешь ошибку.
Ты знаешь, что я тебе в прошлый раз говорил? Дошик брать? Что красный ценится, ну, это высшая ценность вообще в этом мире. Красный дошик. Говяжий, что ли? Да. Не-не-не. Не-не-не. Поэтому ты выиграл. Как открыть его? Поэтому ты и выиграл, потому что я тебе поддавался, потому что я видел, что мы выиграем. Если там был красный дошик, я бы так просто... Нет, ты тогда такой великий актер, это просто шок. Да, конечно. Огромная благодарность нашим зрителям, которые пришли посмотреть на эту передачу. Ждите новые выпуски, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас в ВК, на пацанов в Твиттере, на меня в Инстаграме. И всем пока-пока. Этих выпусков не будет. Никогда больше не будет. Никогда. Пока. Просто давай. Туши свет. Bye.